Роща между храмом Стефана Великопермского и Дворцом молодежи расположена рядом с детским городком, находится практически в центре города. Любимое место для прогулок с детьми в любое время года. А между тем, каждую весну оно превращалось в затопленное болото. Десногорцы неоднократно делали замечание, что негде обогреться, попить чаю и угостить ребенка сладостями. Год назад в парковой зоне открылось маленькое уютное кафе. Оно сразу полюбилось горожанам. Кафе здесь сделано, это вполне как бы нам нравится, и мы можем зайти, вот даже вот этот малыш, он уже знает, что там можно пирожок купить, там чай попить, и детки как бы с удовольствием, да и мы сами взрослые здесь. Сейчас в парке полным ходом идут работы по благоустройству. Эти работы уже у нас как бы назревали очень давно, вот, ввиду того, что сам парк находился в очень плачевном состоянии. Это было заболоченное место, на котором, как говорится, деревья, которые находились, они уже загнивали, не справлялись с своей функцией, ну, соответственно, потихонечку они себя выживали. Во время сильных ливней, дождей и ветра. То есть деревья падали, вот, тем самым представляли опасность. Теперь мы на этой территории эти деревья убрали. Вот, и дальнейшим этапом у нас будет высадка на этой территории. Мы планируем высадить вязы, клены, липы, ну и другие декоративные деревья, включая туи, ели колючие и некоторые виды живой изгороди. На данном этапе, значит, проводятся работы по планировке территории этого участка. Будет проведен водоотвод, то есть грунтовые воды будут отведены, ну, в ливневую канализацию. Тем самым будет улучшена экологическая ситуация на этой территории. Планируется здесь осуществить сеть дорожек, построить из тротуарной плитки с зонами отдыха, с лавочками, с урнами. Вот эта территория, которая уже здесь играют дети, она будет более расширена, вот, дополнена всякими интересными малыми формами. Жители города с интересом знакомятся с проектом благоустройства и находят, что территория парковой зоны давно требовала особого внимания и после выполнения работ по реконструкции станет продолжением зоны отдыха. Благородное дело ваше, вот, которое здесь в Десногорске делается, это на благо нашего общества вообще-то. И, кстати, как бы то ни было, вот зеленая зона, а сейчас благоустроить эту зеленую зону, это уже дополнительная какая-то, ну, краса к городу будет. Это великолепно вообще-то. Если вот так вот сделают какой-то, я думаю, это будет хорошо для детишек и для нас, и для жителей. Строительные работы по реконструкции парка планируется закончить в этом году, а деревья высадят в следующем, когда подготовят основу на грунте.